Закрыли глаза, хорошо. Вау! Что это? Вау, как круто! А как ты думаешь, что будет в большом боксе? Что там? Можно я вам по секрету скажу, что там будет скоро проходить конкурс на розыгрыш вот я этих боксов! Буду, будешь? Пацаны, кто первее к планшету, тот и играет в Бравл Старс. Эх, вечно мне не везет. Все время последний прибегаю. Ну вы хоть завтра дадите мне в планшет поиграть. Вот у меня день рождения. Может, хоть на день рождения мне достанется поиграть, а? Чебурек, у тебя что, завтра день рождения? Ну да. Так, Чебурек, отпусти. На тебе планшет, пойди поиграй. А нам с Марком тут нужно серьезно поговорить. Держи. Уху, вот это мне фартануло. Так, надо быстрее ноги уносить, пока они не передумали. Слушай, Марк, оказывается, у Чебурека завтра днюха. Что мы ему подарим? Не знаю. Может, у мамы спросим? Хорошая идея, давай. Мама! Мамулечка! Мальчики, ну что там у вас случилось? У Чебурека завтра день рождения, и мы не знаем, что ему подарить. Ага, хочется что-то крутое придумать. Так, так, так. Думаю, я могу вам помочь. Садитесь за стол и закрывайте глаза. Давай, скорее, 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 двигайся. Такс. И оп. Вау. Вау. Что это? Вау, как круто. Ничего себе, я просто в шоке. Это бравл-боксы для настоящих бравлеров. Их можно купить в нашем инстаграм-магазине по ссылочке в описании. Такой бокс будет идеальным подарком. Как раз его можно и будет подарить Чебуреку. Ребята, поставьте этому видео лайк, если вы хотите такой же бравл-бокс, как у меня. Значит, боксы есть 5 видов. Маленький бокс, средний бокс, большой бокс, скул бокс и стайл бокс. Я хочу все! И я хочу все! Предлагаю по-честному распределить, не глядя, боксы и потом посмотреть, у кого будет круче наполнение. Да-да, отлично! Давай! Ну хорошо, раз так, тогда мы с вами сейчас будем разыгрывать первый средний бравл бокс. Посмотрим, что же в нем будет. Итак, я вам предлагаю вот такой кубик, каждый по очереди бросает. У кого значение будет больше, того этот боксик и будет. Приготовились? Давай, папа, бросай. А в кого бросать? Ну давай ты первый. Бросай. И... У тебя один! Так, у Марка один. Посмотрим, может быть, у папы опять тоже будет один. И... Так. 5! Это значит, что я победил, и этот бокс мне. Пойду домой открывать. Вау, круто! Средний бокс достался папе! Я тебе не покажу. Ну давай скорее открывай, ну, покажи что нам, что там, всем вау, интересно. Видео, ты посмотри. Не заглядывай. Покажи, сейчас вам такое покажу. Покажи, что там, что там, что там. Сейчас все съем, и вам точно Марк, не тебе останется. Видно, что там? Ниндзя в городе! Это супер актуальная штука сейчас. Класс! Это не бронежилет, но от коронавируса защитит. Посмотрите, какая крутая у папы маска с Бравл Старс. Супер! Маска это круто, но здесь такое, тут просто... Ну давай мы заглянем. Вот так. Разверни.
Ой, ну ладно, смотрите. Ой, как здорово! Там вообще куча всего. Сколько там всего интересного. Ручки, ручки, полочки. Так, давай, показывай нам все, 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 что там есть. Ну, значит, что? Это футболочка. Вау, как раз. А что это? Это меня как раз. Это футболка крутая с Бравлом. Йоу-йоу-йоу, Марк, ты вообще мега модный. Классная футболка. Да, так, и вот такая крутая чашка. Дай, ты что там попил? Вкусненько. Мне дай сербну. Напиток Бравлера какой-то. Так, вау, вот такой. Смотрите, я покажу чашечку поближе. Классная. Ай, классная какая, тут столько перца, все перцы, обалденные. Смотрите, все здесь какая даже классная штука, это блокнот, вы реально в школе, да я себе оставлю на работу, буду ходить, вообще буду самым крутым. Здесь можно писать, рисовать, обалденный, классный какой блокнот. Можно нарисовать записи. Каляки-маляки можно. А это что там? Это стикеры, я всегда такие себе хотел, на телефон наклею, чтобы быть крутым. Стикеры можно, вот, и смотри, значит, кратко можно с Брубола, вообще Кольт, Шелли, вот это кто? Леон. Это мне. Ладно, оставляй себе. Так, что еще? Ну покажи. Марк, что это? Ты знаешь, что это у папы? Ты знаешь? Это пакетик. Это персонаж. Да ладно. Там персонаж в этом пакетике. Это что значит? Его можно открыть, и там внутри будет перс, да. Brawl Stars. Это как мегаящик, только мегапакетик. Да. А давай сейчас откроем. Давай посмотрим, что у нас. Я еще в ящике. Да, давайте все посмотрим. Вот здесь мы положим. Да. Так. И здесь еще тетрадка вот такая классная. У-ху! Клево! А кто на тетрадочке изображен? Так. Стой. Да ладно, сейчас посмотрим. Сына, это посмотри, Эль тетрадка Примо. Такая. Посмотри, кто на тетрадке изображен. Кто на тетради изображен? Эль Примо! Эль Примо! Вот это закричать. Там нету берушек, это который уши закрывает. Нет, ну только... давай все-таки посмотрим еще, что там. Так, у нас есть вот такая классная визитка, где написано... Что это написано? Это здесь можно заказать, да, бокс? Да, ребята, смотрите, вот находится, это наш инстаграм-магазин Brawl Box Stars, там, где вы можете купить все эти боксы, которые мы сейчас распакуем. И переходите, подписывайтесь. Я вам по секрету скажу, что там будет скоро проходить конкурс на розыгрыш вот этих боксов. Буду. Будешь участвовать? Да! Так что скорее подписывайтесь, чтобы вы не пропустили наш розыгрыш Brawl Box'а. А теперь давайте погнали дальше, смотрим, что в вот среднем такая боксе. Вот коробочка, и я догадываюсь, что здесь, скорее всего, карточки. О, ой. Тут все скины. Дай сожгай. Ничего себе. Глянь, здесь покажите, что у вас там за карточки. Смотри, а почему здесь три бойца, а везде по два? Этот Барли. Какая-то золотушка видна карта. Давай, а покажи нам несколько карточек, чтобы вообще иметь представление о том, о, что это на карточки, это кто? На них изображен. Ну здесь все это эти, скины, Фрэнк, да? Скин Фрэнка, Пока, Биби, Брок, ну, о, какой скин у Брок, в этом Пока. О, какой вообще крутой. Обалдеть, так в них еще играть можно, ребята, это игральные карты. Да. Обалдеть. Итак, смотрите, что мы имеем по итогу. Средний бокс, здесь блокнот, какой-то пакетик, сюрприз-пакетик с игрушкой Бравл Старс. Сама да. Я, там должен быть какой-то перс обязательной карточки. Тетрадка, чашка, футболка и стикеры. Вот это нам повезло. И вот такая классная упаковка. Думаешь, что там? Я не знаю, кто там, ну что, давайте откроем. Кто там, покажи. Кто это? Что это? Ну это, что это такое? Вопрос дня. Это Динамайк. И что это у него за скин? Это реально, ты думаешь, Динамайк? Да, это Динамайк. А ну, поставь на ладошку, покажи подписчикам.
Ребята, мы такого скина еще не видели. Интересно. Скажите, как вы считаете, это Динамайк? А мне почему-то кажется, что это Брок такой. Да не, Брок с базука. Не, это Кольт вообще, хотя нет. Но мне кажется, он, смотрите, по лицу похож на Брока. Здесь есть карточка. Одна? Нет, три. Они все одинаковые. А кого? Этого. Кто это? Золотой Бумеха. Золотой Бумеха? Золотой Бумеха. Ну что, ребята, теперь на кону у нас с вами Style Brawl Box. Точно мне. Интересно, интересно, что же будет в Style Box'е? Бросайте кубик и определим, кому он достанется. Пять. Вот это заявочка на победу. Пять, Марка, отлично. Надеюсь, шесть. Папочка, сколько там у тебя? Сейчас я чуть не упал. Ну, шесть. Три. У папы три. Так. Ну ладно, это будет честно. Держи. Кому так. Этот бокс? Марку, давай открывать. Вот с другой стороны? Ага, да. Давай. Посмотрим, как должен выглядеть настоящий бравлер. Чтобы его узнавали на улице. У него там круче, чем у меня было. А ну покажи там, ребятам. Стой, доставай. Покажи ребятам, как он. Ничего себе, а что это? Сейчас что-то будет. Уже одевается. Здоров, чувак! Ничего ты кто себе такой? Погоди, ты покажи, а что это? Это бандана Brawl Stars. Кто? Бандана. Бандана? Бананка! Да, ты бандана! Бананка! Кто на бананке? Дай посмотреть. Brawl! Кто? Спраут! Спраут! А кепка какая! Вот это кепон! Вообще клево! Так, посмотрим, кто на кепочке? Да не торопись, А на кепочке здесь Ворон, Леон. Кто это, Марк? Башка какая-то здоровая. Это Нита! Нита! Ее скин такой класс. Это скин Ниты! Так. Это Нита. Ты будешь в кепке ходить? Да, я померяю. Кайф? Так, папочка, мне кажется, она маловато на тебя, а вот Марку в самый раз. Ну что, покажи. Так, ну что, погнали дальше. Бананка, кепка. Что еще в этом стайлбоксе? Что это? Смотрите, какая футболка, Brawl Stars. Футболка Brawl Stars со всеми легендарками, кроме Сэнди, Клёва и Спраут. Слушай, ну это самое модное. Не, если... Спайк, да? Спайк, если такой футболки появится где-нибудь вообще в школе или где угодно, все зазавидуют, скажут, я такую хочу. Я бы себе такую хочу. Так, что дальше у нас? Что так, у нас? Что там еще? Марк. Марк, тебе показывай. Тоже повезло, смотри. Тоже есть. Это опять мне. Так, ну давай не драться. Ну можно мне тоже. Что-то такое нечестное. У тебя была. Жадина, говядина, смотри, какой всему мало и мало. У тебя такая есть. Теперь Марку. А что ты спрятал? Ну короче, тут тоже маска. Обалдеть! Ты прям мерять сейчас будешь, оденешь? А ты балахон там меряй! Покажи! Ух ты, какой крутой! Вот это да! Я тебе помогу, братан! Ух ты, Brawl Stars! С капюшоном! Ай, глаза оторвешь мне с ушами! Что за такой боец? Так, померяй. А ну-ка, я загляну еще, позволю себе заглянуть, посмотреть, что еще есть в этой коробке. И я предполагаю, что это штанишечки как раз под этот классный худи. И это у нас получается спортивный костюм. Опа! Блин, вообще класс! Кто это ну, тут такой? Класс, надписи вообще... Опасный бравлер, класс! Ну, штанишки мы, наверное, мерять не будем на шортике. Но имейте в виду, ребята. Итак, смотрим. Итак, оцениваем ситуацию. Что у нас в стайлбоксе? В стайлбоксе у нас спортивный костюм.
классный. Бананка. Вот она. Футболка. Футболка. Кубик. Кипончик. Кто? Кипончик. И кипончик. А, кипончик, кипончик. Да. И маска. И маска. И масочка, любимочка, я масочка, любимочка, я маночка, масочка, любимочка. Ну что, погнали дальше? Да. Так, следующий у нас на очереди большой Бравл Бокс. Давайте же скорее разыграем и узнаем, кому достанется. Да. Так, кто первый бросает? Я. Да. Так, давай, Маркуша, бросай. Три. У меня будет по-любому больше, потому что три это... Как два? Почему два? Я думаю, будет четыре. Так, и ну, по итогам розыгрыша побеждает Марк и большой боксик. А, Марк забирает себе. Давай распаковывать нет, его. Нельзя. А как ты думаешь, что будет в большом боксе? Что там? Можно я знаю, гляну? Можно? Ну покажи ребятам, покажи. Если мне не показываешь, ребятам покажи. Ху-ху-ху, тут банданка. Банданка, бананка. Так, ну, бананку мы уже видели. Так, крутая бананка, так, обалденная так. Просто. Масочка! Ну без маски, походу, здесь нигде не обойтись, потому что в маске сейчас нужно быть везде и всегда. Поэтому отдай мне. Масочный режим, да, все правильно. Некуда ты прячешь, без маски ездить. Сознательная игра. Все, дальше погнали. Так, дальше, что там, смотрим, что дальше. Вау, пакетик. Наверное, кто-то другой, по-любому. В том так. Пакете у нас попался. Так, потом пакет с игрушечкой. Так, отлично. Давайте посмотрим, так. Что еще. Что дальше? Что в большом боксе еще? Давай, Марк, рассказывай, что еще. Чашка. Да, ну эту чашку вы тоже видели, боже, я мечтала о такой чашке. Большая. Вау, коробочка. А что там в коробочке? Там картишечки, коробочка у нас картишечки для игры Бравл Старс не онлайн, а офлайн. Дай. С друзьями во дворе поговорить на лавочке. Ты показывай дальше, я пока поиграю. Давай, что там дальше у нас? Вау! Так. Вау, футболка! Как раз. Футболочка. Ты как будто ее не видел. А ну, примерь. Вот такая отлично. Футболка. Вау, классная футболка. Что? Это такого я еще не видел. Вау. Ты знаешь, что это? Это крутая спортивная сумка такая на тренировку ходить и вообще кроссовки там закинул, шмот, ша, затянул и побежал вот так назад. Да, это сумочка, оп. Сумка-мешок для прогулок, для сменной туда обуви. Можно там эти кеды вкинуть, можно вкинуть коньки, ласты. Ну для ласт тоже, так, что там? Вау! Блокнотик! Бла-бла, бла-бла упал наш. Классный блокнот, я вам его показываю. Что ты так орешь? Не сгибай, это мне. Стикеры на клеечке. Ты тогда мои забрал, это мои будут. Ага, ты что, я дерешь? Это мои! А ну не драться, сейчас у всех боксы отберу. Ты где у меня забрал, это мои вообще. Заберу у всех боксы и все, все будет мое. Давайте дальше так, смотреть. Так, а что там еще? А я смотрю без Марка, что там в боксике. Вау, показывай, что еще там есть. Вау, а почему это розовое не... Не какая роса? Это пока. По-английски пока написано. Ты прочитал как рока, да? Роса. Роса. Так, тетрадка с пока. Знаете, что это? Я такого всегда мечтал. Это коврик, на котором мышку вот это возюкать. Это для тех, кто играет на ПК или на компьютере, а не на гаджетах, на телефоне. Да. Берешь и мышка так... Классный вообще, брат. Да. Можно мне такой? У тебя же все равно компьютер нет. Когда вылезу, тогда возьму. Справедливо, все правильно. Итак, у нас получилось, что в большом боксе, давайте рюкзак, подытожим. Сумка-мешок, блокнот, картишки, и вот они еще все туда идут. Все выпадает. Перс, которого мы сейчас откроем. Маска, кружка, как бананка, баньянка, бананка и футболка. И тетрадку, по-моему, вы еще не назвали. Не, тетрадка.
Так, ну что, ребята, давайте же пакетик откроем, посмотрим, что в пакетике. Так, это пес. Теперь буду открывать я. Нет, я, нет, мой. Ну почему опять ты? Ну ладно, доставай, кто там? Да ладно. Это. Марк, кто, что за пес? Это Барри. Покажи, действительно Барли? Да, Барли, он этими бочками кидает. И уляп тебе на голову. Ну покажите, кислота. Поставьте Барли. Ну, вот Барли, Барли. А где остальные, Марк? Покажи. Ничего вот. Ничего не видно. Вот ага, он, Барли. Барли и карточки. Итак, ну что, котики, бегемотики, разыгрываем сейчас. А можно не разыгрывать? Бокс. Можно не разыгрывать, я просто выиграю. Потому что у него уже два было. Да? Тогда посмотрим, моя будет. Так, я первый кидаю. Давайте посмотрим, посправимся. И колдую-балдую, чтобы мне по-любому выпало 6 хотя бы. Так, ну, 4 тоже неплохо, давай, ты. Маркуша, бросай. 2! Это зачем? Выиграл. Да, у меня 4. Итак, маленький бокс достается папочке. Посмотрим, Ну, кстати, маленький, это классно. Там по-любому что-то есть крутое. Давайте я вам покажу, а потом себе. Давай всем подписчикам. Итак, ребята, мы смотрим первые наполнение боксика. Ну, что молчите? Класс! Что там? И вот смотри. Так. Итак, давай. И доставай, рассказывай, так, что в маленьком боксе. Мы, в принципе, все это уже видели, но я вам рассказываю и показываю. Чашка, любимая всем, которую Марк любит пить. Вау! Тетрадка Спайка! Покажи. Не видно. Ну, покажи, папе, я увидел, покажи. Классная тетрадка, в школе классно. Вообще все обзавидуются. Маска, маска нужная штука в чашку. Карты, которые я уже показывал, клевые карты, мы с Марком будем играть сегодня весь вечер. Визитка, конечно же, наша. И еще, наверное, по-любому, у нас кого нету? У нас нету этой, Сэнди у нас еще нету. По-любому выпадет Сэнди, я надеюсь. У нас Сэнди есть. Нету, нету. Нету. Марк, а можно это я открою? Нет, я. Так всегда. Давайте посмотрим, кто там. Ну, кто там? Да ладно! Сэнди! Вау, вам выпала легендарка! Покажи, пап, покажи, поставь на бокс, покажи Сэнди. Вот такая Сэнди нам попалась. Такое, говорят, что Сэнди это мальчик, а не девочка. Да, розовая! Ну... Хотя розовая, может, это все-таки девочка. А карточки, Марк, что там у тебя за как карточки? Вы считаете, ребята, это Сэнди, это девочка или мальчик? Напишите куда-нибудь. Марк, покажи карточки, какие там. Что-то готовят. Пока, Биби. Ну, покажи карточки. Пока, Биби, Брок. Пока, Биби и Брок. Класс. Ну что, ребята, а теперь коронный пятый бокс. Поскорее давайте же его с вами разыграем. Он огромный просто. Марк, давай. Хочешь себе такой бокс? Да. Папа, ты хочешь себе такой бокс? Очень. Ну давайте. Я не знаю, что там. Так, Марк, бросай первый. Бросай, Марк. Пять. У меня у тебя будет надеюсь, сколько, шесть, как ты надеюсь, думаешь? Шесть. Пять. Давайте второй раунд. Ну давай, теперь ты кидай. 3. А у меня... 2. Давай. Как же так? Так, 3 больше 2, поэтому этот бокс, скулбокс, достается кому? Марко! А он его уже открыл. Марк, что там? Обалдеть. Что там? Расскажи, подожди, что там? Подожди, Саня, доставай. Не молчи. Расскажи, ребята, такого еще не было. Да. Я в шоке. Загляните. Ого! Ну-ка, Марк, что это? Расскажи, как ты думаешь, что это такое? Ребята, это сумка, чтобы ходить на разные кружки, на работу. И детский садик. Чуваки, вам на работу пора. Подожди, ты что-то внутри, я заподозрил, что тут есть. Нет! Дай посмотрю. Нет, я достаю. Что там? Давай, там смотри, по-любому что-то есть. Что-то есть в этой сумочке? Да. Классная сумка вообще такая городская. Она очень удобная. Прогулок, я реально себе хочу на работу. Дополнительно. Ну и кому-то может быть для работы. Это мне такое. Тебе ничего там нету уже, папа. У тебя же там два бокса есть. Уронил. Это
пенал. Пенал. Пенал, кстати, классный, такой вместительный. Покажи, а это этот, воробей, воробей. Это ворон! Так, переснимаем, не годится. Не кричи так. Так, воробей действительно, Марк, покажи, это воробей или нет? Да, это воробушек. Это ворон. Ворон! Классный, пенал очень вместительный. Так, точно. Пенал, сумка, что еще? Давай, давай. И главный номер этого бокса, это что? Рюкзак. Рюкзак. Обалденный рюкзак с мягкой спинкой. И большой, главное. Слушайте, да, можно туда посадить Марка, а я буду его в школу возить. Реально, смотри, подожди, погоди, погоди. Смотрите, здесь реально куча места, можно сложить туда там все, еще отделение. Маска есть. Это основное отделение. И брелок, посмотрите, Марк, ты видел, еще тут есть? Вау, Brawl Stars. Марк, ты видел, тут еще есть в комплекте брелочек Brawl Stars. И боковое отделение. Такой рюкзак, видите, обалдеть. Тут комплект, все с вороном. Стой, и пенал с вороном. И рюкзак с вороном. И сумочка вот с вороном. Сумка тоже для занятий. Ой. Дополнительный для прогулок тоже с вороном. И что же еще там есть в нашем Бравл Боксе? Давайте смотреть. А вот это ты отсюда достал? Стикеры тут тоже есть. Стикеры на клюшечки, на клюшечки. Это Бравл Старс. Давай наклеим ее на планшет. Давайте на лоб наклейте себе. Одну марку. Одну папе. Ты ничего не понимаешь, мама. Brawl Stars это круто. Да. Поэтому кто ж спорит. Давай, Марк, а еще. Покажи, что там еще есть. Семена. Да, не балуйся, не мусорь. Ну, не надо мусорить. Харе хулиганить, вы убирать будете сами. Сейчас вам пылесос дам после съемки. Пылесосьте. Джульетта! Джульетта! О, ты не Джульетта, ты Пайпер. Тебе зонтика не хватает. Ты будешь истинная Пайпер. Марк, покажи еще, в общем, давай досмотрим в боксе, что там. Рассказывай. И вот еще. Тетрадка. Кто на тетрадочке нарисован? Леон! Леон, а кроме тетрадки, что еще в боксе? Еще блокнот Бравл Старса. И блокнот Бравл Старса. Итак, что мы имеем по итогу нашего школьного бокса? Мы имеем Пайпер. Папу, из которого сделали Пайпер с кудряшками. И вот у нас рюкзак школьный. Не надо, не ломай. Сумка, пенал, наклейки, стикеры, тетрадочка. И блокнотик. Итак, ребята, мы с вами посмотрели 5 боксов. Переходите к Марку в Инстаграм и проголосуйте, какой бокс вам понравился больше всего. А еще скажите, какой из этих боксов нам подарить чебуреку на день рождения? Ставь лайк, подписывайся на канал, и тогда ты скоро увидишь новое видео. Стоп, ребята, посмотрите и другие видео на моем канале. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!